tam dina na svaiši guravi no by the causes myself Sri Gurudvaranga. Now we have come to the Sri Rudra Dvipa Gaudiya Mata. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы прибыли в Рудра Двип Гаудия Матха. С этим местом связана удивительная история. Шрила Бхактивинода Тхакур was very concerned about his son Бимала Прасада. Шрила Бхактивинода Тхакур был обеспокоен будущим своего сына Бимала Прасада. He was thinking, how will he maintain his life? Он думал, как он будет выживать, как он будет содержать себя. Because of his parental affection for him. Движимой родительской любовью к сыну, он беспокоился о его будущем. Шрила Бхактивинода Тхакур tried to get different jobs for his son. Шрила Бхактивинода Тхакур постоянно подыскивал разные должности для своего сына, разные виды работы. So, Бимал Прасад, he left the University of Calcutta. Бимал Прасад бросил занятия в Калькутском университете, он ушел из университета. While he was there at the university, he made a club of students at the university called the August Assembly. И находясь еще в университете, он основал клуб студенческий Августинская Ассамблея. And the only method to attain membership in this club is you have to make a vow to be a brahmachari, naistic brahmachari for your whole life. Then you can be a member of the August Assembly. То есть уставы членства этого клуба подразумевали полную брахмачарию. То есть тот, кто хотел стать членом этого клуба, должен был поклясться оставаться наистик брахмачари, соблюдать целибат до конца жизни. So despite his academic brilliance and success, he said, I have not come here to count the stars. Несмотря на свою гениальность и академические способности, он бросил университет, сказав, я не пришел в этот мир считать звезды. Шрила Бхактивинода Тхакур then, his father arranged for him a position as a tutor to a prince, the son of the king of Kasim Bazar. Затем Бхактивинода Тхакур нашел сыну работу в качестве репетитора для сына царя Касим Базара. So he began to take care of the education of the prince. Он стал личным преподавателем этого принца. But after a very short time, after a few weeks only, now the prince started to wear Tosimala. Через несколько недель принц уже показался во дворце с кантималами. And Tilak. И с Тилакой. And Кипасика. И уже сделал себе шику. So then the queen, she was very afraid. Мама царица была обеспокоена этими развитиями. She said to her husband, the king, it may be that this tutor is very good, but we have to get rid of him. Знаешь, этот репетитор может быть и хороший, но я хочу избавиться от него поскорее. Because by his influence, then our son will become a sadhu, and then our genealogical line will be ended. Он оказывает нехорошее влияние на нашего сына, потому что если наш сын станет монахом, то мы потеряем у нас не будет потомства вообще, нашей династии будет конец. So he was. Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur was a very influential person, turning the consciousness of the living entities away from Maya and towards Sikrishna. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur обладал такой шахти. Он поворачивал сознание живых существ от Майи к Кришне. When we speak about the word apparat offense, когда мы говорим о слове аппаратха, оскорбление, then we may not have a clear understanding what it means. Многие из нас не понимают четко, что значит аппаратха. The original apparat of the living entity is vimukata. Изначально. It is averse to Krishna. Аппаратха, то есть главная вина живого существа, это невнимательность к Кришне, безразличие по отношению к Кришне. So, once one becomes conscious aware of Sri Krishna's presence as the cause of all causes. И как только человек начинает понимать, что Кришна это причина всех причин, a supreme controller of everything and maintainer of everything. Что он высший контролер и он содержит опекун всех. Then one's mind should be completely fixed on Sri Krishna. То тогда ум должен автоматически полностью зафиксироваться на Шри Кришне. Васудева сарвамити самаатмасудулабхавунам джамранте дьянавам мампрападете.
After many births of cultivating knowledge, when one actually gets true knowledge, he surrenders to Krishna. После того, как человек в течение многих жизней накапливает гьяну, истинные знания, он предается Кришне. So knowing these things, but being vimukh, turning the consciousness into the worldly activities of Maya, this is offense. Но это оскорбительно, если человек отворачивается от Господа, то есть понимая его возвышенное положение, что он Господь, с безразличием относится к нему и вовлекается в мирские всякие дела в Майю. For which the material energy inflicts miseries upon the living being. И за это Майя наказывает живые существа, подвергая их бесчисленным страданиям. Кришна Боли Сей Джива Нагир Бахибук Атаев Майя Тари Дия Сансара Дук. The living entity forgetting Krishna from time immemorial, beginningless time, then Maya is giving him the suffering of the worldly existence. Незапамятных времен обусловленные души относятся с Кришной с безразличием, и за это их наказывает Майя, подвергая всяким страданиям. So for the conditioned soul who has no awareness of Krishna, then they find it hard to understand aparadha because their basic mood is continuous offense. Как само умонастроение, обусловленное джива, это есть аппаратка, полное безразличие к Кришне, то обусловленное джива не может даже проникнуться идеей, что такое аппаратка Кришне. Потому что это их естественное состояние. Единственное, что им ведомо, это вот это состояние вимукаты, безразличия к Богу. So that vimukata is removed by sadhu sangha. И эта вимуката отступает благодаря влиянию садху санги. И у саду мы получаем харинаму, святое имя. И тогда наш ум может зафиксироваться на Кришне посредством вибрации его святых имен. А потом уже возникает нам аппарат, то есть невнимательность по отношению к святому имени. То есть вимука это по отношению к Кришне в форме его святого имени во время повторения его. So sadhus are very, very kind, and by hook or by crook, somehow or other, they engage us in such a way that we're hearing, chanting, and remembering. And serving Krishna continuously. Но саду очень великодушный и милостивый, поэтому каким угодно способом, каким прибегая к разным уловкам и предлогам, они вынуждают нас вовлечь в бхакти, в слушание, повторение, памятование. So that our vimukata can be removed and thereby remove the root of the calamity of material existence. Чтобы избавить нас от вимукаты, которая является главной причиной наших всех страданий и этого мирского существования. So Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati had a very profound effect on this point. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур Билмал Прасад оказывал такое сильное духовное влияние, очищающее на этого принца. But because of the depressing of the queen, then the king had to approach him. Но так как царица была очень взволнована вот этим влиянием, которое репетитор оказывал на сына, то царю пришлось обратиться к репетитору. Он призвал его поговорить. The queen was very much afraid. There's a saying in India. It's a matter of great fortune when your next door neighbor's son becomes a sadhu. В Индии есть поговорка такая, что это великий праздник, когда сын соседей принимает саньясу. That means everyone knows to be a sadhu is great, but they don't want their own family to become a sadhu. Все знают, что это замечательно, чтобы кто-то стал садху, но никто не хочет, чтобы это произошло именно в их семье. Лучше пусть это у соседей произойдет. So she pressurized the king. И она стала давить на царя. And the king said, I have to apologize. И царь подошел к Бимал-прасаду, сказал, я очень извиняюсь. But you have to give up this post. Мне придется уволить вас с этой должности. I'm very sorry about this, so even though you give up the job, I'll continue to pay you your full salary. Но так как я увольняю for the rest of your life. Не по вашей вине, то поэтому я буду продолжать платить вам зарплату до конца ваших дней. So now we had salary, but we have to pay. Теперь у него была зарплата, но не было работы. So he couldn't hold down any job, so in the end Srila Bhaktisiddhanta Thakur just got a piece of land in Mayapur and a deity of Mahaprabhu, this deity of Mahaprabhu, and said, just stay here and do bhajan. То есть не получалось у него задержаться ни на какой работе долго, и поэтому Бхактисиддханта Такур уже понял, что ничего, никакой работы не будет у сына, и он приобрел участок земли в Майяпуре и установил там вот это божество Гуранги Махапрабху, которое вы видите перед собой, и сказал сыну, ладно, живи тут, поклоняйся Гуранге и воспевай святые имена. So that king actually had a very
extensive library of rare scriptures. А у этого царя дома была богатая библиотека древних писаний. So when he was essentially laid off, fired by the king. Когда вот царь Сарасвати Такура уволили с работы. Then Bhima Prasad said, "That's all right. I'm ready to go now because my two missions here have been completed." И он ответил, ну ничего страшного, что вы увольняете, я готов уже уйти в отставку, потому что я сделал свои два главных дела тут во дворце. During my time here, I have read and memorized all the books in your library. Я уже перечитал все книги в вашей библиотеке, запомнил их наизусть. And I have put the seed of bhakti in the heart of your son. It will not go away. И я уже посадил бхакти-лата биджу в сердце вашего сына, и она будет прорастать дальше там. Because the seed of bhakti is once one receives that seed of bhakti from a sadhu, it is indestructible. Потому что семя бхакти неразрушимо. Если саду действительно посадил в сердце бхакти-лата бидж, то уже ничто не разрушит это бхакти-лата бидж. Oh, once. Однажды. One of the brothers of Srila Bhaktisiddhanta Thakur Bhima Prasad, he was very sick. Один из братьев Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, Бимала Прасад, сильно заболел. And in the last moment of his life, Bhima Prasad was with him. И перед смертью брата Бимала Прасад находился рядом с ним. Последнее мгновение жизни брата. Just as that person was about to leave. И прямо перед уходом. His brother. Then spontaneously, very big Sri Vaishnav Tilak appeared on his forehead. На лбу брата появилась огромная Шри Вайшнав Тилака вдруг. And then he said, "Oh, please forgive me." И он сказал, простите меня, пожалуйста. In my previous life, I was a Sri Vaishnava. В прошлой жизни я был Шри Вайшнавом. And I did not have any respect for Gaudiyas. И я недолюбливал Гаудия Вайшнавов. I thought they're not real Vaishnavas. Я считал их не настоящими Вайшнавами. But by the mercy of the Lord, in this life, I had the chance to take birth in a family of real Gaudiya Vaishnavas and see the level of their devotion. Но по милости Господа в этой жизни я родился в семье истинных Гаудия Вайшнавов, и я понял глубину их преданности. So now, for my offenses in my young age, I have to leave. И теперь за вот эти аппаратки я должен уйти из тела в юном возрасте. But now I have seen the greatness of the Gaudiya Sampradaya. Please bless me. Но я понял теперь величие Гаудия Сампрадая, поэтому прошу ваших благословений. И покинул мир. So, when our Prabhupada Bhaktisiddhanta Thakur came here to Mayapur, he was alone chanting. Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур уединился тут в Майпуре и воспевал святые имена, he took a vow to chant a billion names of Krishna. Он поклялся воспеть миллиарды имен Кришны. And so from 1905 to 1915, he was chanting 192 rounds of japa every day. Каждый день в течение 10 лет, с 1905 года по 1915 год, он воспевал три лака харинамы, 192 круга в день. In that place where his samadhi is now. В том месте, где сейчас находится его махасамадхи в Раджапатана. So at that time, some persons being very attracted by his influence came and began to take shelter of him and initiated his first disciples. Некоторые люди, вдохновленные его величием, стали присоединяться к нему и просить у него духовное посвящение. Он инициировал несколько учеников там. Including Kunj Bihari Prabhu became Bhaktivilas Tirthabharaj. Kunj Bihari Prabhu. Paramananda Prabhu. Our Srila Bhakti Pragyan Keshavaraj. Наши парамы, они были еще юношами, они все получили инициации в то время. So at that time he was writing a commentary on Upadeshamrita. В то время Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур писал комментарии на Упадешамриту. And he got to the 8th verse. И подошел к восьмому куплету. But then he went into a type of transcendental depression. Но потом он явил такое состояние трансцендентной депрессии. Seeing the fallen nature of the people of the world. Понимая падшее положение всех людей в мире. His very powerful Diksha Guru, Srila Gokshodas Babaji Maharaj, had left. And Srila Bhaktivinoda, Shiksha Guru, Srila Bhaktivinoda Thakur had also left. Он сокрушался по поводу ухода своего Дикша Гуру, Шрила Гуркишотас Бабаджи Махараджа, и также своего Шикша Гуру, Шрила Бхактивинода Такура. So now he felt alone and helpless in the face of so many apasampradayas. Он чувствовал свое одиночество, как-то уязвимость, столкнувшись с таким огромным наплывом апасампрадая, ложного учения в этом мире. But one night in a dream, но однажды ночью
He saw the Panchatattva dancing. Во сне он увидел танцующую Панчататву. Behind him he saw the six Госвамис dancing. За Панчататвой он увидел шестерых Госвами. And Шрила Наратамдас Такур, Шрила Вишванатха Такур. Шрила Вишванатха Чакравати Такур, Шрила Наратамдас Такур. Шрила Джаганнатдас Бабаджи Махарадж and Шрила Бхактинот Такур. Шрила Джаганнатдас Бабаджи Махарадж, Шрила Бхактинот Такур, Шрила Гуркишотдас Бабаджи Махарадж. And the darkness of his transcendental depression was lifted. И вот эта тяжесть трансцендентной депрессии отступила. Шрила Джаганнатдас Бабаджи Махарадж, Шрила Гуркишотдас Бабаджи Махарадж and the others, they surrounded him. И его гуруджан окружили его. And they said, "Oh, Sarasvati, сказали, Сарасвати, just preach. Ты просто проповедуй. We are with you. Мы всегда с тобой. And when you begin to preach, we will send you unlimited material and spiritual support. Ты просто начинай свою проповедь. Когда ты начнешь проповедовать, мы будем поддерживать тебя. Мы окажем тебе всяческие. We will send you vast scholarship. Дадим тебе финансовые ресурсы. Мы пошлем тебе гениев. And everything will be successful. Трансцендентный гений в помощь. Твоя миссия будет успешной. So then after that he came out from his Свапна Самадхи. И после этого Бхактисиддханта Сарасвати Такур вышел из Свапна Самадхи. And following in the footsteps of Madhvacharya and Ramanujacharya, and even Shankaracharya has done also, they took sannyas and established mutts. That means monasteries where celibate students, brahmacharis and sannyasis, live to dedicate their whole life to studying shastra and propagating the shastras within society. Идет по следам Мадва Ачарьи, Рамануджа Ачарьи, даже Шанкарачарьи, он принял саньясу и стал и основал мат. Мат, то есть это учебное заведение, в котором живут и учатся брахмачари, то есть юные монахи. Те, кто соблюдает целибат, они там получают духовное образование, как в семинарии. They were either householders or they were babajis just staying in a kuti here or there. Они обучаются там, живут и проповедуют масса. Но это разница между, допустим, бадином, бабаджи, которые живут в уединении в своей баджан кутире и особо никому не проповедуют ничего. But Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur adopted the ancient mutt system of the previous acharyas for the benefit of the whole society. В его время уже было более популярным баджан, уединенный баджан Бабаджи, но он следовал примеру его предшественников ачарьи в древности и основал вот эту концепцию матха. In other words, he organized the troops into an army of preachers. То есть основал духовные университеты, подковал их, то есть подготовил духовную армию. And going on missions everywhere. Чтобы бороться с невежеством и персонализмом в мире. And one reason it's also very important is because the eligibility to do bhajan is very high. В чем важность этого? Потому что квалификация на бхаджан — это высокая планка. The heart must be practically freed from anarthas. Чтобы совершать истинный баджан, сердце должно быть практически очищено от анарт. And the realization of Krishna's name, form, qualities, and so on must be manifest before one can begin to render internal services. Not that one can just mentally speculate what the service will be. Following the Brijbhasini is actually following them. So to follow them, you have to realize them. Then you can follow them. Потому что, чтобы совершать баджану, истинный человек уже практически должен получать реализации, видеть Кришну, осознавать его качество. Что значит следовать Брадивасе? Нужно увидеть их, получить даршан, и потом уже можно следовать за ними. So there was such a situation that people either weren't serving Krishna, or they learned how to do internal services in the Kunj. There was nothing in between. То есть не было серьезного баджан, то есть люди просто воображали что-то. Они были неосознанными, и их баджана не было настоящей, или они уже напридумывали себе что-то, нафантазировали, что они сидят, медитируют на работе. So in the 64 angas of bhakti, before pure hearing, chanting, remembering comes, first there's guru pada, shraya, diksha, guru, sevan, sadhana, pratishtha, sadhumaga, nukaman. There is surrender to guru and rendering service. And by serving pure devotees gradually, the anarthas become removed and eventually one will become qualified for Raganuga Bhakti. В описании 64 анг бхакти до шраваны, киртаны и смараны предшествует гуру падашраи, сева. То есть это необходимые подготовительные этапы, на котором человек может очистить свое сердце должным образом до того, как он может правильно духовно развиваться. То есть активная сева после самопредания. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur established its mutt system to give everyone from all walks
walks of life and all levels of Adhikar the opportunity to render practical physical services. И то есть поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Такур открывал вот эти матхи, чтобы дать возможность всем людям активно участвовать в физической сфере, что-то делать по факту для Кришны, для Вайшнава. And very soon he established 64 Gaudiya Mathas all over India. Очень скоро он открыл 64 Gaudiya Matha по всей Индии. So of those 64 Gaudiya Mathas, it was his desire that there should be one Gaudiya Mathas on every dweep of Navadvipa. И он хотел, чтобы на каждом острове Навадвипы находился хотя бы один Gaudiya Matha. So devotees could have a place to stay and do bhajan on each of the islands. Чтобы преданных было прибежище на каждом из 9 островов, место, где они могут служить и совершать бхаджан и жить. So, Srila Prabhupada, he did his nam bhajan in the presence, sitting before this very vigor of Sri Chaitanya Mahaprabhu for 10 years, 1905 to 1915, and then later, when this Rudra Gaudiya Matha was established in about 1934, then that deity came and stayed here. И в Раджапатане Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур поклонялся этому Гауранге Махапрабху в течение 10 лет. Перед ним он воспевал святые имена, и позже, когда в 1934 году открылся этот Гаудия Матх над Рудрадвипи, это божество установили тут. So you can give your pranam and pranami here. Поклонитесь. And pray to Mahaprabhu, please bless me that I can also chant 3,192 rounds every day. Тут ваша возможность помолиться Гауранге Махапрабху, чтобы вы тоже возросли до того уровня, где вы сможете повторять 3 лака харинама ежедневно. If one will do this, then he can very quickly go through the anatana vritti and enter into true bhakti. Потому что если вы сможете повторять столько джапа ежедневно, вы очень быстро преодолеете уровни анатмани вритти, достигнете низки. One has to become empowered to chant, to do bhajan that intensely. So that comes from Guru Seva. Сами повторять столько святых имен не можем. Необходимо, чтобы нам дали силу на эту духовную шахте. Это придет только по милости Гуру Гауранги. Shri Shri Radha Madhav Ji ki Jai, Chandan Gohari ki Jai, Prabhat Srila Bhaktisiddhanta Thakur ki Jai, Rudra Dweepa Gaudiya Matha ki Jai, Jai Gaur Premanand.